Ну что, всем привет, с вами снова Билли, и мы сегодня продолжим проходить за сраного скрягу. Вот, не знаю, что будем делать, попробуем, наверное, мы открыть шмотку, которая у него изначально есть. Может быть, там что-то полезное будет. Ну, сейчас на нулевой сложности попробуем как-то выиграть это все. А вдруг, как в сказке, скрипнет дверь. Он, конечно, не так поется, я думаю. Ну, кого это ебет? Так, сейчас мы по фастику попробуем все это сбацать. На нулевой сложности, мне кажется, если стрелка я хорошего соберу, то будет нормас. Должно быть изи. А уж как по факту, это я не могу знать. Вот как мы их разъебываем. 107 на 5. Скорость передвижения. Давай мы возьмем удачу. Пистолет-пулеметик. Отлично. Третью волну начинаем уже с неплохими ресурсами. 81. Сейчас еще подпитфармим. При этом пухи не самые плохие выпали. Как бы все вроде бодрячком. Они в принципе выпали. И благодаря этому на третьей волне мы с тремя пухами. Но нафармил я не так уж много, если честно. 163, где-то тоже около 80. Так, давай скорость атаки. Ну, медпушку возьмем и погнали. Продолжаем, кстати, усиливаться. 150 у меня уже ресурсов. Ебой. Нужен еще какой-то шреддер или двустволка. Что-то из этого. Приятно. На нулевой сложности нету этих челиков с белой башкой. С кремовой, блядь, бронированной башкой. Давай, наверное, еще возьмем урон в дальнем бою. И крит. Минимальный. Критец не помешает нам. Купон. Вот, наконец-то. Тут вообще все можно купить. Так, если подумать. Мы возьмем пока только медпушку. Остальное попозже. Потому как экономику терять не хотелось бы. На шестой можно взять пистолет и лазер обычные. А на седьмой взять синий лазер набрать. К сожалению, нет у меня ничего ауешного, но мне кажется, на нулевой сложности это и не прям must have. Может быть, на спокойничах все это и закончится. Кто знает. 335. Уклонение. Собственно, берем так, так. Идет. Погнали. Улитки появились. Шестая волна посвящена им. Как бы это заметно. Даже на нулевой волне они тут присутствуют. Бесячие улитки. Будет забавно, если я на нулевой сложности это не вытяну. Прикиньте, обосрался. Любопытно, там будет хороший предмет в конце, если пройти на нулевой сложности. Или хуета. Если хороший, то тогда, как бы, ну, например, какой-то серый, синий, фиолетовый предмет, который будет играться с механикой данного персонажа. Либо там будет что-то вообще не связанное. Если что-то не связанное, то это будет печально. Опа, а тут прям интересно. Ну, давай вот так. Это закрепим. Два синих лазера. Седьмая волна.
не вижу я коконы. А, это же нулевая сложность, это их не будет. Тут сложность седьмой волны по дефолту в том, что появляются улитки, но большой пачкой. Вот. Для меня они типа обычно стали уже фармом тут, но на самом деле они как бы, ну, для начинающего игрока довольно-таки неприятно, когда в тебя такая улитка, ну, в тебя такой пак улиток, если разгонится, то ты довольно сильно выгребешь. Заставят они выгребать любого зазевавшегося. Ну вот, потихонечку экономика поднимается. В принципе, надо будет делать то же самое ровным счетом. Нам не надо. О, хпшечка, нормально. Давай мы сделаем вот так. Опа, и вот так. И вот это закрепим. Слушай, красиво. Тогда вот это открепляем. И у нас будет пистолетик-пулеметик. Еще плюс. Слушайте, по оружию замечательно. По статам вроде тоже неплохо. У меня регена, конечно, нет. Кража жизни, по-моему, нет. Ну, как бы восстановиться будет сложно, если получу урон. Но есть вроде как немножко брони, уклонение, скорость атаки, урон. Вроде бы все норм. Посмотрим, что из этого выйдет. Почему-то мне порой попадаются персонажи, на которых мне нереально тяжело. Стрелок вот тот же. Почему-то вот, ну, тяжко. С РДДшным оружием у меня всегда хуже, чем с милишным. Вот, но здесь, по-моему, РДДшное лучше именно на скряге. Потому как он пытается копить ресурсы. Как-то по-другому собирать его, мне кажется, не стоит. Ну, давай мы возьмем регенерацию. Ну и кражу жизни в единичку. Пистолет-пулемет. Отлично. Глаза пришельца. Отталкивание еще возьмем. Глаза пришельца потом. Девятая волна, кстати, это фарм. У меня оружие это хорошее, но... Нету пробития, нету ауешных пушек. Но эта нулевая волна должна быть просто. Ой, нулевая угроза, в смысле. Да хуя видов противников тут не будет. Так, надо сборщика все-таки убить. Вот, мы это сделали. Если, конечно, в конце захода дадут какого-то гнома, ебать, это обидно будет. Не хотелось бы гнома. Гном, паук, вот эти вот шмотки в конце, которые давали мне после прохождения за каких-то персонажей. Это была вообще помойка. Острый соус, это мы берем. Крит возьмем. Ну, давай возьмем глаза пришельца. И купон. Ну, можно еще вот это взять, удобрение, чтобы сбор прокачать чуть-чуть. Потому что урон в ближнем бою нам не нужен. И то, что он слегка ухудшится, это вообще нам это пофигу. При этом я могу сделать фиолетовую медицинскую пушку и фиолетовый лазер. То есть, если мне придут эти шмотки фиолетовые, или придет другая какая-то фиолетовая шмотка, шреддер или там двустволка, я эти смогу апнуть. И как бы, ну, слот найду. Даже продавать ничего не придется. Потому что у меня по две этих лазеры и медицинские пушки. Так, ну даже вот на нуле неприятно. Поэтому неудивительно, что у меня проблемки со скрягой возникли. На пятой сложности. Потому что на нуле вот тоже не особо-то изи. Хотя не сказать, что я прям глупо его как-то собираю. Может, конечно, и неправильно, но мне кажется, не отнюдь не как-то глупо. 1600. Давай мы скорость передвижения возьмем. И давай еще хпшечки. Щупальце пойдет. Думаю, крылья забрать. Погнали. 11-я волна. Теперь у нас есть щупло и скорость передвижения. Что не может не радовать. Оружие, конечно, давно я не апал.
Хочется тоже его как-то замутить все-таки. Помощнее. А коты сытые, но все равно орут. Что не так с этими животными? Сытые, поглаженные, приглаженные. Причем на коленках не сидят. Катаски может посидеть, и то по настроению. А сиамский вообще не хочет сидеть на коленках. Но при этом орет, чтобы ему внимание уделили. Может, конечно, играть хочет. Ну, я вот играю уже, сори. Так, берем это, потому что для замедления у меня скорости достаточно. Пистолет возьмем. О, медпушка. Давай, давай. Ну и отталкивание, и погнали. Отталкивание я не прочь постакать. Не знаю, как оно с РДДшным оружием работает. С миличным, конечно, в разы лучше. Но хотелось бы, чтобы всякие щупальцы, большие, молодые ребятки, все, чтобы от меня отходили подальше. Вот, танки отталкиваются, отталкиваются. Это замечательно. Особенно ППшкой и медпушками. Надо чуть-чуть кражу жизни будет подкачать с медпушками, чтобы жить подольше. Па-па-пам. Так, ну, вроде хилюсь, но не прям идеально. Мне бы хп подкачать. Я и кражу жизни. Но тут ничего из этого не пришло, поэтому давай возьмем урон в дальнем бою. Здесь все херня. Не хочу это брать. Неистовство. Вот неистовство я хочу взять. Пойдет. Медпушка еще одна. Давай сюда ее. 2000 у нас. Подкачали мы пушку. И урон в дальнем бою добавили. Это же хорошо. Это хорошо. Урон должен быть больше. Возможно, еще скорость атаки надо взять, чтобы чаще стрелять, все дела. Это что, орда у нас или что на этой волне? Что тут уже появились челики в белых шапочках. На пятой угрозе они раньше появляются. То есть, в принципе, нулевая угроза — это не прям, знаете ли, легко. Это тоже, ну, не хуйня. Так если посмотреть, просто определенные виды противников появляются чуть позже. Так, урон в дальнем бою, ну давай еще. Криты возьмем. Еще одна медпушка. Не, ну это уже некуда мне ставить. Откажемся. Что еще можем найти? А можно что-то хорошее? О, вот это вот хорошо будет. Давай сюда это. Хоть так. Какой-то апгрейд. Ну, в том плане, что я лазерки фиолетовые сделал. И взял еще двустволку. Урон в дальнем бою. Он мне поднял уже депс, по-моему. По-моему, да, вроде более даже комфортно себя чувствую. Но кража жизни у меня, конечно, ни о чем. Мне бы ее тоже поднять. У меня много пух стреляющих часто. Ну, медпушки, ППшка. Остальные как бы тоже стреляют. У меня только лазерка стреляет очень редко. Остальные более-менее. 2700. Дальность, ну, регенерацию надо брать. Уф-уф-уф. Пробитие. Острый соус. Шрам. Можно оружие, пожалуйста? О, вот это я заберу потом, бородатого ребенка.
2500. У меня и пробитие, и бородатый ребенок, и это будет ключ к успеху, я думаю. Причем я даже удачу не качал. Удача вот пятачок у меня. Типа просто давай ты доживаешь, и в эти уже что-то приходит хорошее. Просто уже стадия игры такая, что тут приходит, независимо от удачи. Но на пятую вроде почему-то мне вот бородатый ребенок не прокал почти никогда. Разочек он мне прокнул, я его не взял. Залочил его, чтобы взять на следующей волне. А как раз таки на этой волне он мне и нужен был. То есть я ошибку тогда допустил. Не знаю, попало ли это в видео в прошлое, или это я в другой раз пытался. Но был момент, когда я был близок, и я его просрал. Почти 3000. Ежик идет нахуй. Броня, броню давай. Бородатый ребенок сюда и идем дальше. Вот, теперь еще и у нас после трупов летят вот эти осколочки. Заебись. Бородатый ребеночек. Это я понимаю, это уже серьезный разговор. Но это уже вот по-мужски. Это прям реально по-мужски. Еще повезло, что боссов нет ранних. Или это, ну вот на нулевой угрозе так. Может реально нулевая угроза это еще и боссы в конце, а не на протяжении всей игры. Не знаю. Я как-то не чекнул этот момент. Я посчитал, что ну нулевая угроза хули. Изи, катка. Вот реально большие паки разлетаются, ДПС по карте огромный. Бородатый ребенок прям чудо. Чудо-чудное. Выформил прям нормально. 500 с лишним. Тележка не идет нахуй. Скорость атаки. Давай скорость атаки. Купончик. Кража жизни. Шум побрать не будем. Пиявка, острый соус. Опа. Давай, давай. Отлично. Все фиолетовые и плюс легендарка одна. Это мне нравится. Да, танки, конечно, но я даже танков разъебывать должен с таким ДПСом. Да урон в дальнем бою еще поднять. Лишним не будет. Если танки умирают быстро, это заебись. Потому что настаканные танки доходят и ломают ебало. С этим ничего не поделаешь. Такие неприятные персонажики. Ну или мопчики, правильнее будет сказать. Мне кажется, прикольно было бы замутить в Братейта режим, когда ты... соперничащий режим. Можно было бы придумать даже рейтинг. То есть вы загружаетесь с каким-то игроком, или даже, может, с группой игроков. Выбираете одного персонажа, то есть вид персонажа один, и вам, то есть, приходят одни и те же предметы. Можно разные, но мне кажется, лучше, чтобы одни и те же. И получается, вы вот так вот развиваетесь все. Кто заканчивает быстрее волну, тот получает определенные плюшки. Кто позже, тот, наоборот, их теряет. Ну и вот так вот, как, ну, мне кажется, вот было бы прикольно. И типа до 20-й волны кто-то отвалился, он занимает последнее место. Кто-то шел чуть дальше, но тоже отвалился, он повыше будет вот в этой таблице рейтинга. Ну, это послематчевая таблица. Потом вы получите очки, ну и будете идти в общем мировом рейтинге каком-то там. Ну, как в любой игре с компетитивом, с соревновательной частью. Вот. А те, кто, получается... доживают дольше. Ну, то есть, чтобы игра была не бесконечной. Например, ну, 25 волн или 30. Те, может быть, по скорости зачистки будут определяться. Может, даже вот по 20-й волне, кто быстрее всех зачистит. Кто
кто быстрее всех дочистил, тот занимает первую строчку. Ну и потом по убыванию остальные. Может, как-то так? Мне кажется, идея не такая плохая. Я бы поиграл даже, потестил. Так, это нам все не надо. Че, босс сейчас? А, слушай, босс только на 20-й, что ли, будет? Или как тут? А, ну да, наверное, босс только на 20-й. Потому что боссов вообще нет там в описании. Ни одного босса. Вот в чем суть-то, блядь, прохождение на нулевой волне. На нулевой угрозе, то есть. Я хоть силу почувствовал. Говорил о каких-то вон идеях. Не, ну а что, разве плохо? По-моему, прикольная идея. Добавить братейта в соревновательную часть. Тогда бы игра, ну, она как бы сама по себе довольно-таки большая. То есть пока ты всех персонажей не закроешь, ты как бы ее, грубо говоря, на 100% не прошел. Но вот закрою всех персонажей на пятой угрозе, и игра пройдена, я ее, ну, как бы, что мне в ней делать? А могли бы сделать из нее, ну, онлайн-игрушку. Поставить сервера какие-то. И придумать вот компетить в какой-то соревновалку. Мне кажется, идея не так плоха. Давайте 20-ю волну без конца. Убьем боссика и на чили. На расслабоне. Будем смотреть, что нам дадут. Если дадут что-то хорошее, то значит не зря это было. Если хуйню дадут, ну с этим ничего не поделаешь. Чтобы не сдохнуть. А он меня прям хочет убить. И может, если честно. Блять. Он реально меня убил. Пиздец. Ну я, конечно, долбоёб, я на старте. Блять, это опять заново. Я причем до 20-й волны допизделся. Ой, блять. Надо было на 5000 потратиться. Ну мне кто-то урон. Бля, ладно. А, да как же так? У меня вроде был и реген, и кража жизни. Почему я так с трудом хилился? Но я впитывал каждую маслину. В этом я сам виноват. Ладно. Ладно. Я вот был в шаге от шмотки, сука. Игра ебаная. За что так ты меня? Пиздец. Взял адреналин, там что-то уклонение. И где это все, блядь? Нихуя ничего не прокнуло. Ух, блядь, это обидненько было. Сколько у меня потратилось времени на 20 минут на 20 волн? Ну, понятно. Что и следовало ожидать, блядь. Ну, пиздец. Ну, ладно. Первый блин комом я как бы не сдался. Обидно, конечно, максимально. В целом за персонажа обидно то, что он долго проходится. Я как бы уже четвертый вечер посвящаю ему. Ну не прям весь вечер. Но сижу уже немало за этим персонажиком. Один видос вот с неудачными траями. Но это не все. Ладно. Сейчас постараемся сделать прям хороший ДПСный билд. У меня 5 пух. Причем ауешные пухи, так что фарм должен быть хороший. Может быть, я просто не прав в том, что я трачу дохуя? Не знаю. Наверное, да. Наверное, надо просто использоваться больше обилкой. Потому что сколько у меня? 5000 было на 20-й волне. Наверное, надо больше иметь, чем 5000. Ну ладно, сейчас попробуем мы немножко иначе. Давай урон качаем, урон. Постараемся в этот раз поумнее быть. Давай мы откажемся от пистолета. Мне кажется, лишняя хуйня. Мы сейчас чисто в урон. Запакуемся, сделаем минимально какие-то статы на регенерацию, но в основном будем пытаться дамажить.
прям чтобы разъебать. Вот у меня сейчас 175, 200 ресурсов на пятой волне. Не потолок, конечно, ожиданий. Ну и не прям хуёво. 253. Ну, кражу жизни, очевидно, брать надо. Так, улучшаем. Давай-ка мы лазер уберем. Вот так-то. Пока есть что брать, приходится тратить деньги. Хотя я, честно говоря, только что говорил, что не надо этого делать, но сори. Че у меня? Скорость передвижения еще нужна, чтобы комфортно. Хотя седьмая волна, там это не обязательно. У меня просто, если не будет хорошего регена, будет урон, то мне надо, то есть, кайтить, жить. Поэтому скорость все-таки будет нужна. Потом как-то ее надо будет все-таки заполучить к 20-й волне. Пойдет. Дерево пускай будет. Урон в дальнем бою берем. Давай уточку возьмем на удачу. И дальше. Урон в дальнем бою есть. Процентный урон будет за счет ресурсов. Потому что у меня урон в дальнем бою уже семерочка. Что вполне неплохо. Ну, почти 500, почти 500. Нам не надо, это не надо. Вот скорость передвижения. Го дальше. Попробуем бустануться. По ресурсам. Да, со шмотом не все гладко, конечно. И волна не шибко легкая, вот эта восьмая. Плюс я от соло цель ДПС отказался. У меня только ППшка. Посмотрим, что из этого выйдет. Бля, как с боссом так вышло? Сейчас бы уже пытался записывать пятую угрозу. Вот так вот, просто один обсер. И ты, блядь, чмо ебаное. Внезапно. 849. Ну давай кражу жизни и дальность возьмем, пускай дальность будет. Ну и дерево. Похуй. Неплохо, неплохо, неплохо. Ну реально прям хорошо, мне нравится. С этими двустволками прям изи фармятся большие паки. Еще и деревьев много, их тоже подфармливаю. Шмоток, правда, нихуя нет. Хотя удача присутствует. Не знаю, почему мне на этой волне шмотки не насыпает, но вот. Такая игра, блядь. Жадная, сука. Мало нафармил на самом деле. Давай крит хотя бы немножко возьмем. Двустволки две синие, пускай будет. Враги после гибели могут взорваться. Это для милишников, блять. Не обращал я внимания, что неистовство для милишников. Не, ну в принципе оно и РДД дает.
плюшки определенные, но не такие, как для мели. Потому что урон скелется от урона в ближнем бою. Бесит. Бесит, что приходит, что для хорошей игры надо все-таки понимать и анализировать. Хотя не то, что прям бесит. Бесит то, что, блять, как сказать, что я что-то еще могу не знать, хотя так много играю. Вот, хотя для кого-то это круто. Но не в этой игре. Никогда ты сосешь уже четвертый вечер подряд. То есть, если это не отсосы, я такой, ой, бать, как классно, новые вещи узнаю. На подъеме был бы, ну, и там. Так, шмоток немало выдал. Кстати, он наныл. Бордатый ребенок. Вот это пускай будет. Удача, минус регенерация. Нет, нет. Давай реген возьмем и хп возьмем, потому что я уже стал проседать. Плач, кража жизни, уклонение. Это, кстати, стоит взять потом, но не сейчас. 11-я волна, синие-серые плюхи, пухи, то есть. Мне бы, конечно, поменять оружие, подапгрейдить его. Но мне пока ничего не пришло. Плюс я урон собираюсь развить от экономики. Вроде бы собираюсь. Но у меня что-то он не развивается нихуя. Сейчас плюс есть бородатый ребенок. Как бы, в принципе, это... Не ожидал, что он и сейчас придет, но видите, пришел. Значит, сейчас будет неплохой фармец. По-моему, мне он там позже пришел, чем здесь. Что у меня с дальностью? А, дальность положительная, кстати. 2600, медтурель. Спасибо, не надо. Крит, давай крит. Плащ потом возьмем. Лазерная пушка. Нет, сори. Хотя, ладно, давай. С серыми уже не хочется ходить пухами. Пускай будет хотя бы синяя лазерка. Хуже-то не будет. Надо подобрать все первые ростки, а не x2, потому что... Ну, а дальше стоим в центре. Просто фармим. Как можем. Сейчас возьмем плащ, будет еще кража жизни и уклонение. Вот, это как бы плюс к выживаемости. Ну или не сейчас, может, на следующей волне, или на следующей. В приоритете, конечно, оружие, чтобы лучше фармилось. Потому что пока что мне дают фармить, боссов-то не будет уже. Усиливаем экономику. Утилизатор дает. Давай. Дает. Давай. Давай броню возьмем. Двустволку. Вот. 3800. 4000 сейчас сделаем. Что будет несомненным плюсом. Лазер по 400 дамажит критами. Нормально. Немножко дальность надо бы, если придет высокий уровень дальности, возьмем. Чтоб гарантированно стрелять всегда. То двустволки не самое дальнобойное оружие. Хотя важнее хп взять. Очевидно. У меня плюс-минус тот же самый билд выходит по успешности. Так, ну давай. Хотя нет, по экономике я лучше.
потому что 20-я волна, у меня до 20-й волны еще много, у меня 14-я, а у меня уже 4-400. Не хуа-хуа, как бы. Главное не ловить всю хуйню. Я, блядь, тогда наловился и теперь пожрал говна на 20-й волне. Хотя там был босс и немножко мобов. Я чисто от босса все поймал. Все, что можно было. Давай, давай, давай. Надо собрать все в центре. Справа было, но не успеваю, ладно. Шмотка. Нет, разбираем. Кстати, утилизатор хорошо дал мне. Хороший прирост. О, даже так. Пистолет, пулемет, давай. Две ППшки, три ружья у меня сейчас. В принципе, это лучше, чем было до. Надо ХП и урон в дальнем бою. Вот это, наверное, самые главные характеристики сейчас для меня. Сколько у меня процентного? 245. Ну, тоже солидно. Для 15-й волны. Почти 6. Это нам не надо. О, давай, ХП, отлично. Погнали. 16-я волна. 7000 у нас. Сколько там уже? 300%. Это здорово. Это здорово. Это здорово. Легендарных пух нет, но я могу сделать легендарную двустволку, если вдруг увижу что-то хорошее в луте, я заберу это, а двустволку апну. Наверное, это будет правильно. Это здорово. Бля, элитные живут долго, я их не прям пробиваю жестко. Урон в дальнем бою, крит, наверное, эти вещи мне бы бафнули по урону именно. ПХ-то я вроде неплохую нашел, плюс 12. Теперь у меня 55 хп. HP. 7600. Давай хп, ладно. Экзоскелет, броня, крит, скорость. Нет, не надо нам это. Лазерка. Куда мне, блять, лазерку? Ну не, не приходит ничего. К сожалению. А, вот, окей, давай вот это возьмем. Идем дальше. 8700, 370. Ну, танки быстрее умирают на этот раз даже. Хотя оружие не прям прокачано. И это экономика. Экономики. Было бы прикольно, если там было что-то усиливающее мою экономику. После 20-й волны. Я бы прям это взял и затестил. Ну а что, я посмотрел, челы записывают в основном видосы. Там, грубо говоря, вот тесак с маньяка упал. Чел записал маньяка, ну и психа, по-моему, псих с тесаками. Я такой, ну заебись, ты придумал. А я, блядь, с тесаками, по-моему, исследователи записывал или кого там. Ну, пытался, во всяком случае, кого-то записать. Я, бля, меня, до меня доходят и ебут, это мне не нравится. Удача, не надо ничего. Бородатый ребенок еще один. Ну, давай. Давай крит. Пистолет, пулемет. Опа, все фиолетовые. Заебись. Охотничий трофей. Уместен ли он сейчас? Ну, давай, ладно.
И погнали. 10707. 450 у меня. Теперь у меня два бородатых ребенка, то есть с каждого трупа по несколько вылетает, что ли, снарядов. Интересно, конечно. Не, ну все умирает нереально быстро. Скорость передвижения бы еще найти. Это круто. Два бородатых — это прям имба. Два бородатых. Одного бородатого меня не хватает, поэтому еще двоих бородатых я взял. Кек. 11 тысяч. 18-ю волну мы прошли. Пистолет-пулемет. Сюда его. Урон плюс кража жизни. Тоже давай заберем. И погнали. 19-я волна. 12 тысяч 535% урона. Слушай, с таким ДПСом, я даже, ну, не знаю, может, мне лучше вообще ничего не закупать на следующей волне. Просто постараться максимально бафнуть вот ДПС вот этот от экономики. Мне кажется, он прям жестко разольется. Интересно, на пятой угрозе смогу я собрать подобное? Ну, там есть шанс прока красных шмоток. То есть, в принципе, там даже больше может быть. Но здесь это сделать проще гораздо. Собираем плюшечки. .13 347. Броня, очки здоровья, минус скорость. Не надо нам это. Скорость передвижения давай. Ну и погнали. 16677. Смотрим, как сейчас босс почувствует он нашу любовь. Урнут. Убить его быстрее, убить. Фух. Умирай. Ура. Победите с персонажа по имени Скряга. Удачный подкладка. Синяя шмотка, плюс 3 максимальных очков здоровья, плюс 1 к параметру максимальных очков здоровья за каждый стоп параметру мать. Правда, минус скорость, блять. Ну блин, то есть это я еще их. Если я возьму подкладку, то я буду еще и скорость. Буду еще и хп качать материалами. А, так это уже интересно, слушай. Окей, давай попробуем. Это любопытно. Новый пистолетик, пятая угроза, погнали. Но это anyway, надо как-то грамотно застакаться. То есть anyway, нужен хороший забег. С этой подкладкой я буду еще и живучим. Так, ну, давай сбор. Пистолет, револьвер, погнали. То есть еще и живучий. Экономика пиздатая, плюс живность, нормально. Так, ну два пистолета, револьвер, может быть от этого и плясать. От частых больных ударов. Ну не прям мега частные, но чаще, чем некоторые. Так, давай, скорость передвижения и хпшечки. Еще пистолет. Окей. Окей. Будем хавать какашки с пистолетами и револьверами. Почему вот я начал не на нулевой угрозе, и у меня опять говно пошло в луте в плане оружия? Эх, ладно. Ну, правда, какое-то говнецо. По-другому это не назовешь. 172 и 2 уровня. Урон в дальнем бою, заебись. Давай сбор. ХП, я думаю, нам придет. О,
второй револьвер. Отлично. Три пистолета, два револьвера. Скорость передвижения. ХПшки вон тоже взял. Ну это чтобы доживать. Я думаю, что больше ХП брать не буду, если мне придет подкладка. Если подкладка не придет, то будет грустно. И скорости надо много. Потому что я под подкладкой заберу скорость. А можно несколько подкладок, интересно. Прикиньте, каким жирным можно стать за счет этих подкладок. Ебать. Получается, не зря я решил качнуть. Мне кажется, с подкладкой у меня шансов-то поболее будет. Скорость. Не будем брать пистолет-пулемет, будем вот с пистолетами, блядь. С хорошим оружием. В кавычках, конечно же. Ну а почему нет, мне кажется, пистолеты. В принципе, я понял, что пистолеты не прям настолько хуёвы. Как бы главное понимать, что они бьют больнее, чем ПП. Чаще, чем лазерка какая-то. Скорость атаки, давай. Урон в дальнем бою, давай. Еще пистолет и шрам. Берем. На 11-й, кстати, не будет босса. Это хорошо, будет орда. Может быть, даже успеем развиться. Ну вот, со скоростью атаки неплохо стреляют все эти штуки. Было бы, конечно, прикольно 3 револьвера и 3 пистолета для баланса. Balance it, fix it. Ну, думаю, может, еще придет мне револьвер. Тогда надо будет пробитие, правда, замутить. Да и бордатого ребенка хотелось бы тоже. Так, что, корару жизни давай возьмем. Пистолетик. Скорость минус удача. Давай, скорость. Правда, удача теперь у меня минусовая. Ну, давай шапочку вот возьмем еще и погнали. Скорость халявная, я надыбал себе. Нам она для подкладки нужна. И в целом скорость уже на данном этапе игры. Один из самых полезных статов. Так, минус коконы. Пока что успеваем их убивать. Мы молодцы. Шамана убить. Ну, ладно, до шамана сейчас дошла очередь. Отлично. Кокон и сборщик. Приоритеты такие. Кокон сломали, идем за сборщиком. Еще шаман появился. Коконы опять. Коконы сломаны. Идем за сборщиком. Сука, не хочет умирать. Нет, умер все-таки. Много не собрал, но в целом норм. Так, это нам не нужно. Давай возьмем и урон в дальнем бою. Чуть в ближнем не взял. Так, здесь брать нечего. Миниган. Опа. Это интересно. Много, конечно, я потратил, но думаю, это того стоило. Сюда еще бородатого ребенка и вообще идеально. Повезло с миниганом на самом деле. Редко мне эта хуйня приходит. Даже жалею, что у меня ппшек нет. С ппшками миниган смотрелся бы сильнее, конечно. Это все ебем. Ебашьте. Пистолетики, револьверчики и миниганчики. Фух, блять, больно было в конце. Крит. Нет, крит нам не нужен. Кража жизни нужна. Урон в дальнем бою нужен. Ну, револьвер, очевидно, берем. Тут чё? Нихуя ничего.
дальность и шанс притянуть. Нет, не надо нам это. Пока идем дальше. С миниганом, думаю, должен девятую фармить я. Даже без пробития. Мне так кажется. Хотя вот сейчас уже сомнения появились, как появились улитки. Улитки, конечно, посильнее. Миниган разъебывает свою первоначальную цель, а пистолеты с револьверами имеют все-таки возможность небольшого пробития. Поэтому, может быть, за счет этого я и пока справляюсь. Не знаю, успевают ли вообще пистолеты с револьверами что-то надамажить. Ебать! Ну, блядь, давайте нахуй. Ебучий скряга. Я заебался его уже пытаться пройти. Прошелся от него на нулевой сложности. Там падают, оказывается, охуенно шмотки. Выбил я ебучую прокладку, но мне она не падает. Пиздец. Че вот делать нахуй с этим? Ну и что из этого важнее? Да я думаю, кража жизни будет лучше, но мы... Да, давай возьмем... Пистолет, нет, ролим, ищем что-то, еще ролим, еще, и босс на 11, нет, это заново, не пойдет босс на 11, и когда мне не приходит после ровов, блядь, нормальное шматье, хочется без ровов иметь шматье, нормальное оружие. Блять, 75 не получилось сделать. Давай сбор. Револьвер нет. Двустволка пойдет, отлично. Двустволка — это хорошо. Это мы сейчас сразу хорошо фармим. Дерево сломано. Паки, даже вот эти... образующиеся из одинарных мобов тоже разъебываются. Соточка есть после второй волны. Давай урон добавим еще. Ну давай удачу возьмем. О, острая пуля. Острую пулю тоже заберем. Вторая двустволка, заебись. Острую пулю пока рано брать, но... Как показала практика, ее лучше взять. Тем более, ружье есть. С ружьями и с... пулей будет проще. Девятую можно будет волну прям пофармить хорошо. А раз у нас девятая будет зафармлена, то будет неплохая, в принципе, экономика. Относительно, опять же, все это. 149. Бля, вот это мало. Ну давай, скорость, это хорошо. Пистолет-пулемет забираем. И, кстати, босс будет поздно. Так, надо очень... ответственно отнестись к этому траю. Тут много что стакнулось. Очень хорошо стакнулось. Пришло неплохое оружие. Неплохо выбрались осложняющие модификаторы на волнах. То есть без боссов. Чисто с ордой. Скорость вот пришла довольно быстро. 236. Еще скорость берем. ХП не хочу брать. Давай броню лучше. Еще одна двустволка. Давай найдем еще оружие. О, шредер. Бля. Давай заберем шредеры. И потом мы еще пулю подберем. Чтобы освободить уже слот. Вот, сейчас... чувствуется прям нереально комфортный фарм. Правда, меня все равно поджимают. Волна такая. Блять. Да пиздец, блять. Да как это нахуй возможно?
У меня, блядь, 6 пушек на 5-й волне. Синий шреддер, и все равно они меня разъебали. Что не так, блядь? Я не понимаю. Это реально очень странно. Почему этот персонаж настолько слабый? Ну, он не может вначале иметь нормальную экономику, поэтому, блядь... Ладно, давай мешок этот заберем. Сбор, блядь, тут ничего нет. Пистолет, нахуй ваш пистолет, давай двустволку, отлично. Такая хорошая волна была, ну, блядь. Обидно. Взял я мешок, может быть что-то мне будет приходить с него, может я куплю. Точнее, как взял, он мне пришел сам. 97, сотки нет. Скорость, удача. И босс на 12-й, ну пиздец, ладно. Вообще оружие не приходило, пришлось взять медпушку. Блять, ну как с тремя оружиями и со шреддером можно на 5-й волне откиснуть, я в ахуе. Как-то так слишком дохуя было трэша, что мне прям сложно было с ним, с этим трэшем. Надо удачу и утилизатор на экономику, чтобы полностью поиграть. Так, ну давай урон возьмем, может быть он разрешает как-то. Вот так сделаем, чтобы по оружию соответствовать и иметь прибавку к опыту. Мешочек будет давать ресурсики. По-моему, уже он мне что-то дал, какие-то ресурсы. Я же поднял коробку, поднял. Но из-за мешка скорость подупала. Почему я не могу пробить этот пак? Бесит. Скорость передвижения. Крит, пускай будет. Двустволка, пуля. Сразу берем, чтобы не тупить. У меня две двустволки, два пистолета и медпушка. Медпушку хотелось бы, конечно, на что-то поменять. Либо пистолеты поменять. Снова мешок. Значит, плюс к ресурсам за подъем. Двести сорок три после 5-й. Слабо. Скорость бега, давай. Двустволка 3-я. Окей. Хотя меня в прошлый раз не спасли двустволки и шреддер. Может, в этот раз будет иначе. Вроде кража жизни есть. За что вы меня так ебете? Это не свойственно природе. Боль. Так. Опять скорость. Серьезно, давай удача. Может, что-то мне все-таки придет. Шреддер. Вот эта хуйня. Медпушка. Ну, больше тут нихуя нет. Скорость кража, минус удача. Ну, плавник можно будет взять. Блять, сходу поебало получил. Я ведь даже как-то с лазерами собирался. Чисто лазеры были у меня. И это работало даже до поры до времени.
почему сейчас это вообще нихуя не работает, непонятно. Блять, у меня три ружья. Почему этот пак спокойно живет так? Загадка, блять. А можно урон в дальнем бою, пожалуйста? Ура. Ура. Гиб-гиб, блять. Скорость кража жизни. Был еще мешок, но мы его брать не будем. Доп опыт. Все хорошо со скоростью. Можно будет спокойно забрать прокладку, если придет. Ну а сейчас, я думаю, надо немножко на реген поиграть. Стараться, что еще? Стараться улучшить оружие. Все-таки меньше тратить. Нам нужна экономика получше. Блять, как в жизни нахуй? Тоже меньше тратить надо. Пиздец, бесит. Два мешка. Крит. Нет, два безумия слишком много. Скорость атаки. Берем. Плюс опыт, плюс опыт хил. Шреддер фиолетовый. Шреддер фиолетовый надо забрать. Вот это не знаю, стоит ли брать. Девятая волна. Девятую волну должны мы разъебать вообще в щи просто, в салатные. Два шреддера, два ружья, при этом фиолетовые, синие есть. Не скажу, что я его разъебываю, но вроде нормально. Что-то... Блять. Почему, блять, я не понимаю. Почему до меня вообще враги доходили? Ладно. Регенерация. Пистолет-пулемет. И просто пистолет. Вот так. Чтобы с доминацией, так сказать, идти сразу на вторую волну. Учитывая, что я все потратил, 83 это норм. Что тут? Скорость передвижения, урон в дальнем бою. Хорошо. ПП. Медпушка. Пойдет. В принципе, неплохо. Против паков нет, но... Количество решает. Сотки нет, жаль. Удача, заебись. Давай так, погнали. Неплохо. 126.
173. Па-па-пам. Крит. Регенерация. Что-то я прям вообще не копится нихуя у меня. Ну, может, еще успеем накопить. В принципе, если убиваторская способность на уровне, то должно нормально быть. Экономику наладим. У меня вообще против паков нихуя нет, так что пока что это все сомнительно. Давай так, временно. Вот так. И лазурку можно... Ну, лазурку тоже можно добавить, на самом деле. Шреддер — это против паков. Я думаю, может, он улучшится. Если нет, то лазурку вместо него поставлю. Вроде дыхабельно. Жизни. Пускай так. Пускай вот так. А где было второй кокон, где был? Что, не было второго? Странно. Они же вроде по два спавнятся. Что этот сборщик был неосторожен, неаккуратен. Второй? Ну не, я за ним не пойду. Я увидел. Внезапно. Хотя ничего хорошего и не упало. ХПшечка. Урон в дальнем бою. Не, давай скорость таки возьмем. Медпушка. О. Це звучит неплохо, кстати. Вот так лучше. И вот это вот так. Блять, там боссов дохуя будет. Ноль идей, что делать с этим. С боссом на 12, 15, 18 и 20. Когда сказал жене, я быстро, любимая. Сейчас там скрягу этого ебаного запишу, и все хорошо. Скряга такой, потирающий ладошки в стороне. Да, ебать, запишешь ты нахуй. Так, плюс крит. Пускай будет. Скорость. Давай сюда ее. У
О, и пуля, заебись. Это неплохо. Не, догнать сложно, и вроде как пробивать должен, но что-то, блядь, пока не работает это так. На этой волне я себя прям мега уверенно чувствую, только, блядь, на милишниках. На РДД очень сложно собрать такой сетап. По крайней мере, пока что не... давно уже не получается. Хотя бывали моменты, когда я играл даже за этого скрягу на девятой волне и было изи. Но что-то пока не сегодня. Десять, два уровня и шмотка. Так, урон. Нет, давай хипе возьмем. И уклон. Давай урон. Чуть больше урона сделаем. Ну, не пришло, ничего. Окей, десятая волна. Может быть, что-то мы еще найдем. Перед боссом. Но босса я точно не убью с таким, с такой хуйней. Сомнительно. Па-па-пам. Тут нужен бородатый ребенок, чтобы исправить ситуацию. Скорее всего. И что-то, может, даже легендарное. Тоже на урон. Может, большие пули какие-то. Хуй знает. Либо пушка. Может быть, фиолетовое ружье. И что-то еще. Ну да, фиолетовое ружье. И может быть, синяя медпушка. Чтобы сделать одну легендарную медпушку. У меня была бы легендарная медпушка и ружье. В принципе, это было бы неплохо. Но это нереально почти. О, бородатый ребенок. Так, окей. Первая часть плана выполнена. Подкладка тоже, в принципе, норм. Но мы сейчас забирать, наверное, не будем. Или взять. Ладно, давай возьмем. Ну и босс. Не самый легкий босс, конечно. Нет, я его не убью точно. Зря взял подкладку, надо было со скоростью бегать, а не с хпшками. Кстати, часто эту ошибку совершаю. Нужно просто добиться, чтобы босса не было как можно дольше. Смотрел, когда там босс, блять. Ладно, похуй. Вот я теряю внимательность. С первых разы вроде руки еще не привыкли, а потом теряю внимательность. И все. И ГГ нахуй. Так, ну Шреддер со старта это хорошо, мне нравится. Вот он как может, дорогой мой Шреддерок. Не берем ничего, что... Типа уклонение на старте меня не разовьет. Скорость атаки даст мне в плюс, удача даст в плюс. Бать, так рано. Окей, это хорошо, это хорошо. И босса нет, босс только на 15-й. Все, отлично. Все, на роллы не уйдет, дохуя ресурсов. Это уже отлично. Стараемся собрать побольше. Сейчас скорость атаки найти бы. Ой, скорость передвижения найти.
Такая ранняя подкладка, это, конечно, жестко. Интересно, они стакаются вообще, подкладки эти? 189. Уклонение, урон, да пиздец. Надо брать фиолетовое. Купон и подкладка, забираем. Револьвер. Надо брать, надо брать. Хули делать. Чтоб мне хорошо фармить, мне нужен этот револьвер. Вот видите, как хорошо все идет. То есть у меня, в принципе, есть шансы на вторую подкладку, если они стакаются. Но сейчас суть не в этом. Сейчас надо, блядь, не о подкладке думать, а о скорости передвижения. Потому что подкладка, я себе ухудшил скорость передвижения. Вот, а мне надо как-то кайтить всю хуйню. 125 идет. Продаем, продаем. Давай урон возьмем. О! Спасибо. Вот так сделаем. Пока пойдет. Медпушки, револьверы. Ну вот с оружием, конечно, не ок, но по качеству оружие норм. Мне нужен шреддер. Нужен шреддер, чтобы на 9 не отсосать. Слава богу, хоть скорость выправилась. Потому что я мог с этой прокладкой тупо откиснуть. Даже в самом начале. Я и без нее порой откисал. Тут представьте, с занерфленной скоростью передвижения. На что я, блядь, способен. 266. Дальность, сбор. Давай сбор. Медпушка, погнали дальше. Три медпушки. В идеале это просто фиолетовая на медпушка. Хотелось бы, чтобы так было. Для этого нам понадобится скорость атаки и какие-то шреддеры, наверное, чтобы на 9 была одна пушка, одна медицинская всего лишь, не больше. Так, после 6 сколько мы сможем надыбать себе? Ириш, можешь не сильно прям это стараться не шуметь, ничего страшного. Я просто сейчас, если у меня сейчас не получится, то я такой пойду веревку с мылом возьму. И все нормально будет. Так, берем хитпоинты, потому что я знаю, что я могу объебаться, и мы к этому заранее готовимся. Картофель и мед. И нахуй он мне, блять, вообще нужен. Я не буду его тестить, мне кажется, это хуйня. А вот метушку я беру, и мы идем на 7-ю волну. 7-я волна. Смотрим, шамана сразу нахуй убиваем. Убиваем кокон. Ходим по карте, ищем, что еще мы, где кокон можем встретить. Я не хочу дать возможности слэшеру испортить мне этот заход. И ломаем 2 яйца сразу, как появились они. Ходим, стреляем по всем, ебемся. Шаман живет, вижу кокон. Ломаем кокон, ебем альбатрос. Блять, шаманов много, два кокона. Нет коконов, отлично. Ой, как шреддер хорошо стрельнул. Все-таки шреддер против паков не так плох. 616 сделали. Заебись. Скорость передвижения. Хочется мне, конечно, уже. Расходники могут взорваться при подборе и нанести урон. Не будем мы это брать, пока избавимся от этого. Шреддер, найс. Это сильный ап.
Больше просто ролить уже нет смысла. Опасно. Утилизатор бы найти. Знаете, у меня так часто прокал утилизатор, и я всегда отказывался от него. А сейчас я понимаю, что в принципе утилизатор это, ну, очень хорошая тема. Там он реально больше дает ресурсов за ломай, когда разбираешь шмотки. Соло цель, конечно, ДПС у меня не очень. Я прям смотрю, как большие дядьки, как им на меня похуй. Потому что мне пушки хочется поменять. Но у меня нет такой возможности. Ну, как поменять? Объединить, в смысле. Объединяешь медпушки и, блядь, берешь что-то нормальное. Так. Урон в дальнем бою берем. Тихоходка. Пистолет. Ну, давай, щупальце. Револьвер. Отказываемся от этой хуйни, берем вот так. И соус, чтобы, может быть, взрывы какие-то прокали. Хорошо. Шреддер решает вопросы, в отличие от двустволок ебаных. Может, это за счет урона в дальнем бою. Не знаю. Стараемся тыщеночку сделать, конечно. Опа, взрыв был от пищи. От острого соуса, точнее. ХПшечек. Все-таки подкладка работает по ходу волны. То есть у меня повысилось количество моих ресурсов. И у меня ХП увеличилось. Хм. Так, давай мы возьмем кражу жизни. Крит возьмем. Шреддер еще один. Я думаю, стоит его взять. Револьверы объединим, возьмем шреддер. Вот так вот. Пускай будет два шреддера. Там ордан в 12-й волне. Плюс 10-й, 11-й тоже будут нелегкие. Думаю, шреддеры будут полезны. Остальное в экономику. И, может быть, урон в дальнем бою еще стоит взять. Как-то вот так вот я решил. Пешечек. Пожалуйста, нет. Живи. Ебать, они все в меня разогнались. Ладно, опять неудачные траи. И сейчас будем пробовать. Спустя множество неудачных траев, будем снова пробовать пройти этого сраного скрягу. Попробуем побольше на старте выбить. 74,2. Ну, относительно неплохо. Так, что мы хотим? Мы хотим скорость атаки. Вот это заберем все. Три пушки есть. Не самые хорошие, конечно, но... Соу-соу-соу. Может быть, что-то из этого и выйдет. Не могу знать, не могу знать, что из этого выстрелит, а что нет. Бля, дерево не сломал. Плохо. Так, ну давайте сбор возьмем. Может, натикает что-то там. Давай урон. Попробуем прям дамажного челика сделать. Двустволка, давай сюда ее. Будем апаться. Максимально.
и рассчитывать на то, что нам упадет, блять, этот всратый релик. Прокладка, который. И постараемся не обсыкаться. Отталкивание берем, кражу жизни берем, двустволку берем. Кстати, там боссов долго не будет, поэтому можем, в принципе, хорошечно так пожить. Не тужить. Но время покажет, можем ли мы жить и не тужить. Пока рано говорить об этом. Опыт жрания говна на скряге у меня уже огроменный просто. Вы не поверите, сколько я уже говна сожрал на этом скряге. 207. Скорость атаки. Давай сюда ее. Урон в дальнем бою. Давай. Сбор, давай. Еще двустволка. Три двустволки. Как-то многовато. Хотелось бы что-то более точечное. Может, даже лазерки. Хоть я их и прям не перевариваю в последнее время из-за медлительности лазерок. Но тем не менее, их урон в соло цель нельзя отрицать. 357. О, скорость атаки. Вкусно. Шреддер. Ну, шреддер берем. И дальше погнали. Вроде как должен я девятую волну спокойно дефать, и при этом, ну, не только дефать, а еще и орду тоже дефать должен, когда появится. У нас будет две волны орды на 12 и на 14 волне. Стараемся накопить побольше ресурсов и будем молиться на прокладку ебаную, что она все-таки придет. Слава богу, депс растет. 544. Два уровня. Давай возьмем реген. Ну и кражу жизни давай тогда. Пуля. Пуля, может быть, возьмем. Пистолет, пулемет. Но пока рано это брать. Ладно. Нечего мне объединять, поэтому берем просто пулю и идем дальше. Без скорости, правда, я. Ну, хоть один кокон сломали. Пока что слэшеров мы не увидим. Опа, еще сломали. И это сломали. Слэшеров пока не видим. Спокуха, спокуха. Спокуха, спокуха. Вижу кокон. Ломаю кокон. 17 секунд. Вижу яйцо. Ломаю. Так, так, так. Снова вижу, ломаю. За другим коконом не пойдем. Незачем. 746. Давай еще скорость атаки. Пистолет-пулемет. О, двустволки. Объединяем, забираем пистолет-пулемет. Да, удачи возьмем немножко. Соло-цель урон у меня, конечно, слабенький. Но я надеюсь, что мне его хватит, чтобы вот эту волну пережить. На девятой мы хорошенько пофармим. Ух, ебать, больно проехались мне по лицу. Слава богу, у меня есть кража жизни и немножко регена. Скорости передвижения, правда, вообще нет. То есть у меня она дефолтная. Поэтому надо очень аккуратно мне передвигаться по карте. Я надеюсь, у меня все получится. Я уже очень сильно настрадался на этом скряге.
Больше, чем на стрелке, наверное, даже. Хотя стрелка я порой, я ночь, по-моему, сидел, записывал, не получилось. То есть буквально всю ночь. Этого я по ночам не сидел, но тоже страдания были. Возьмем это. Что тут? О, скорость берем. Пистолет берем. О, подкладка берем. Но скорости теперь у меня 1%. Хотелось бы больше. Теперь мы точно обязаны обязаны много тут нафармить. Потому что ран с подкладкой, этот ран, плюс этот ран у меня без ранних боссов. То есть лучше тут не тупить. Лучше все правильно делать. Тут у меня есть шредер, есть ружье. Все должно быть хорошо. Ну и легко тоже не должно быть. Слушайте, как-то все так комфортно. Не понимаю, почему. У меня порой были гораздо лучше пухи. Были лучше другие все моменты. Но я тут обсыкался. Сейчас что-то как-то вполне нормально, сносно. 1307. Поищем. О, давай скорость атаки. Скорость передвижения. Броня уклонения, давай. Что еще мы тут можем найти? О, крылья. Думаю, забрать потом. О, пистолет-пулемет. Опа-опа. Давайте откажемся мы от револьвера. Вот так вот. И погнали. 10-я волна. Должно быть все спокойно. Ой, зачем-то я коснулся типчика этого. Слушайте, может тактика? Я что-то стал в центре больше держаться. Может, это выигрышная тактика всегда в центре стоять? Конечно, понимал это, но меня порой выдавливали просто из центра, независимо от моих действий. А может, просто я в скорость атаки больше сейчас стал упарываться, и поэтому мне комфортнее. Не знаю. Нам надо реально дофига денег, чтобы и ХП бафнуть прокладкой, и урон тоже поднять максимально. 1500. Уклонение. Наверное, возьмем его. Медпушка. Ну давай. И крылья. И погнали. 11-я волна. Это предпоследняя волна. Точнее, это последняя волна перед Ордой. Первая орда. Надеюсь, я ее переживу. Было бы замечательно. Бля, конечно, танки вот эти костяные, они меня вообще напрягают, жуть. И коты за дверью меня еще напрягают. Нет, сиамские тебя не пущу. Потому что ты захочешь туда-сюда бегать. Не переживай, скоро я закончу, и мы с тобой воссоединимся. Сиамский — это просто вот мой кот. Котаский больше жену любит, а сиамский без меня не может. Выбрал меня своим человеком, так сказать. Надо было сборщика все-таки добить. Почему-то я не решился на это. Крит, давай крит возьмем. И как раз можно взять вот это. Отлично. Оружие, о, утилизатор. Возьмем утилизатор и пистолет-пулемет еще один. Давай. От серого оружия избавились. Теперь у нас орда. Подбираем все жирные ресурсы, которые x2. И держим центр. Кстати, подбирать ресурсы, в принципе, правильное решение по ходу, потому что они могут мне дать хпшечки. Я так понимаю, урон у меня тоже бафается от того, что я подбираю. Потому что сейчас вот
Если я сделаю 1800, у меня будет 47 хитпоинтов, по-моему. Блять, меня выдвели все-таки с центра. Не могу я там стоять. Может быть, это все начало конца, блять. Ну, близко к этому. 48 хитпоинтов. О, замедление возьмем. Скорость атаки. Давай. Еще одна прокладка. Опа. Давай. Оружие нет, не нашли. Давай так без... Слушай, две прокладки прокнули мне. И у меня уже 74 хпшечки. Я теперь просто обязан на экономику играть. Хорошо, что я взял утилизатор. Он мне, я думаю, окупится. Бля, появились эти... Щупальца. Я их ненавижу просто всей душой. Блять, меня окружили. Надо забрать ресурсы в центре, чтобы сразу бафнуться. Забрал. При этом деревья надо ломать, чтобы мне утилизатор окупать. Вдруг шмотка дропнется. Но я уже не убиваю легко. Но я замедляю охуенно. Если я еще улитку найду, то я обязан ее брать. Фух, выжил. 2500. Скорость передвижения. Давай. Корона. Не окупится. Крит и уклонение. Берем. Бородатый ребенок. Вот, кстати, это надо взять. Вот так вот пойдем. Потому что будет много слабых врагов, которых я буду быстро убивать. А значит, будет много отскоков от бородатого ребенка. Стараемся тут побольше нафармить и выжить. Все-таки это орда, и все оставшиеся волны будут до 18-й волны, там босс. Его мы должны одолеть, либо должны выжить просто. Но мне как будто урона не хватает. Надо бы урон подкачать. Как же много врагов. Надо выйти оттуда. Вот так вот надо пройти. 2700. Давай регенерацию возьмем. Пистолет-пулемет, блядь. Давай возьмем. И 15-я волна. Тут без орды. Сейчас у нас есть несколько волн, чтобы развить экономику, поднять хпшечки. Поднять урон. Блин, ну похоже на правду реально, что что-то получится у меня. Я очень этого бы хотел. Кражу жизни бы еще найти, чтобы лайфстилиться. Но это не так просто. У меня утилизатор не окупал. Блять, я стал плюхи ловить. Так, увернулся от всего. Похилился. Еще похилиться надо. Фух. 3300. Регенерация. О, отлично. Так, здесь нечего брать. Лимонад просто подберем. Двустволка. Мы ее залочим. 500, конечно, дохуя, но надо брать. Еще две волны и босс. Двустволка, думаю, меня поможет. Придется, правда, от чего-то отказаться. Но это не критично. Видим, что спавнится. Стоим рядом со спавном. Фига себе, у меня кот бодает дверь. Он просто, блядь, говорит, выламываю дверь. Отойди от нее.
иначе ты тоже сдохнешь. Бля, буйный кот. Сиамские коты самые буйные, но у нас еще спокойные. Может, не самые буйные, но одни из самых характерных. 4300. Скорость атаки. От чего откажемся? Оружие нанесет 4000 урона. 6000. 8000. 3000. 4. Ну, пистолет явно надо убирать. 17-я волна. Ну как не взять легендарку, когда она сама напрашивается вместо синего оружия. Тем более самого недамажащего. Очевидно, надо забирать. Так. Давай, давай, давай. Сборщик. Сюда давай все свои деньги. Я бы кражу еще подапал, но она сама по себе не апается. Ее надо найти. Тогда апать уже. Так, щупальца сломали. Держим вроде серединку. Ну, относительно держим, пока щупальца не появляются. Как щупальца появляются, они сразу говорят, это моя хата. И я ничего с этим поделать не могу. Так, подберем все, чтобы было 5000. Еще хпшечка. Кража жизни, давай. Ну, я вряд ли что-то найду хорошее, но можем вот вместо скорости взять броню и хп. Погнали к боссу. Ну, это не самый проблемный босс, но одна из неприятных волн. Главное урон от него не получать, держаться на расстоянии, и мы переживем как-нибудь это все. То 55 хпшечек. Да, прокладки, это, конечно, без них очень сложно. Любая женщина подтвердит. Одна из проблем это в том, что у меня не прокачалось это урон в дальнем бою. У меня даже бородатый ребенок намного не дамажит, потому что он скелится от урона в дальнем бою. Пройдем сквозь центр, заберем ресурсы. 5 секунд, надо прожить, и мы справились. Да, 6000. Крит. Давай крит возьмем. Удача и уклонение. Нет. Давай острый соус. От хп будет скелиться, взрываться, что-то. Хуже не будет от того, что я возьму. Ну, давайте поднимем наши банковские счета. 7000 у меня. Ну, почти. Вот, да, теперь 7000. Хотелось бы щупальца гораздо быстрее убивать, но пока не получается. Надеюсь, что мы как-то запаемся за эту волну. На следующий у меня будет сколько? 8 вряд ли будет. Хотя хотелось бы, чтобы было 8. Бля, мне с боссом было легче, чем с вами, ребята. Вы что такие сильные? А большой запас здоровья, конечно, решает. 7500. Ну, может, у меня и будет много, может, и будет больше. Пистолет, пулемет фиолетовый, шреддер фиолетовый. Надо сделать, наверное, вот так. Погнали. 8000 у меня, 190 хп, 300 с чем-то урона. Выжить будет тут не изи. Было бы хорошо убить все-таки боссов. Приложим для этого силы. Дамажит потихоньку меня. Будь у меня 20 хитпоинтов, я бы уже откидс
Я, впрочем, иногда с боссами и приходил на скряге с 20 хп-шечками. А прокладка дает возможность иметь дохуя хп. Даже если у тебя это не подразумевается никак твоим билдом. Просто берешь прокладку и играешь. Давай-давай, откисай. Есть. Второго. Успел. Чуть-чуть бы еще. Броня. Нет, это нам не надо. Хуйня какая-то. Кража жизни. О, серебряная пуля. Отталкивание. Лазерная пушка. Понять бы еще, сколько она мне подхилила. Ну ладно. Погнали. Попробуем поднять наш банковский счет. Прям жестко поднять. Хотя вряд ли он будет подниматься. Там же вроде он не должна работать копилка же, да? Стоп. Да, перестает работать после 20-й волны. Эх. Ну я, слава богу, записал. Аллилуйя. Гладиатор был проще. То есть я один день на гладиаторе посидел. Записал это как неудачный трай. А вот со скрягой я дохуя посидел. Мне кажется, у меня даже волосы посидели дополнительно. Ну, настолько было неприятно. Хотя сейчас вот с первой попытки прошел. Это все из-за прокладок. То есть я сперва выбил предмет, который бисовый для скряги. Мне они упали. То есть я пробовал, мне не падали они иногда. Ну, либо падали одна штука, а тут мне две упало. У меня 231 хп. А если я сейчас потрачу все бабки, я все? Наигрался? Давайте проверим. Глаза пришельца. Улитка. О, да, хпшечки падают. Все, пиздец. Сука, ясно. И урон, и хп падают. То есть тратить потом свои бабки ни в коем случае нельзя. Понятно. А чё они так откисают? Чё случилось-то? Я чё, больше стал дамажить? Из-за чего? Или просто на 20-е были пипец проблемные? Не, вроде такой же был. А, этот на 18-й был. Ладно. Тогда ладно. Сейчас боссов не так важно убить. Ну почему нет? Убил. Второго не убил. Жаль. О, желудок, заебись. Крит. Погнали. Попробуем не терять наши бабки. Попробуем подфармить. Странно, я даже радости не сильно чувствую. Я думал, быстрее бы записать эту хуйню. У меня просто такое желание попробовать других персонажей сильные. Поэтому я хотел быстрее с ним распрощаться. Неинтересно на одном персонаже сидеть. Но у меня они даются не так уж легко. Мне кажется, есть люди, которые по братейта прошлись прям такие, типа, ну, игра прикольная, но несложная. А я такой, ебать. О некоторых персонажах проиграл говно. Слоненок, давай. Пам-пам, скорость атаки. Погнали дальше. А, так мне надо куклу нажимать. Или я стою. Чилю.
Интересно, почему реально такой живучий? Это же просто хпшечки. И реально почему-то сейчас так нелегко. Так сложно было до этого. Тут так легко. Так, убили. Next. Тоже убили. Все, кайф. Типа просто живем. Ну, либо умру сейчас и закончим ран. 9000. О, заебись. Фиолетовая медпушка. Мне повезло еще, что я вкусности забрал на персонажа. Статы. Именно скорость атаки. Мне кажется, скорость атаки тут очень важна. Раз ты получаешь большой ДПС, прокачивая голду, ну, ресурсы, то, конечно же, скорость атаки будет тут важной. По элитникам повышенный урон. Пользуемся этим. Еще причем причина, почему многие подыхают, и я порой подыхаю, это потому что зажимаешься где-то в углу карты, и ты там, по сути, мобов-то меньше не становится, и больше становится. Поэтому огребаешь. Надо как бы не зашиваться там наоборот, а ходить по карте, плюс те же расходники подбирать, хилиться фруктами. Если ты, конечно, пытку не подобрал. Пытка это ебать та еще хуйня. Может быть, в какие-то моменты она может спасти. Если у тебя вообще регена никакого нет, то она даст тебе ощутимую прибавку. Но лишит тебя всего остального, к сожалению. Че, будет у меня 10 тысяч, как думаете? Накоплю? Фармим десятку хочу. Десятку дай. Пока нет десятки. А вот сейчас есть десяточка. Так, чё? Брать это, не брать? Неистовство. Ну давай возьмем, пускай будут какие-то взрывы. О! Сюда нах. 353 хпшечки. Третью прокладку, блядь, взял. Нормально. Реально жестко. Очень жестко, если честно. Ну, боссов я что-то не хочу убивать, хочу подфармить. Все равно за них нихуя не дадут, но они меня могут сейчас убить легко вообще. И они это сделают, скорее всего. Ебать, как много всякой хуйни. Ебать, я сотку потерял просто. Где сотня? Проебана. Все, ГГ. Да. Ну, anyway. 10 тысяч я нафармил, пятая угроза. 356 хитпоинтов, мощь вообще. Все-таки вот без этой темы можно вообще в эту игру не играть за скрягу. Подкладка просто обязательно нужна. Хотя не знаю, что там нарисовано, какая-то очень странная подкладка. Ну и давайте посмотрим, раз мы закончили. Дручуна и вот этих двоих мы потом пройдем. Здесь нам надо теперь больным заняться, предпринимателем, охотником. Короче, тут еще 6 персонажей на этой вкладке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 тут, 7 там. Видосов еще полно будет. Ох, наконец-то я закончил с этим. Ну что, гайз, ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в сообщество ВКонтакте и смотрим остальные видосы, которые выйдут под моим началом, так сказать.
Вот, по Братейта, по вампирам, ну и по другим, конечно, играм. Также стримы по Baldur's Gate. Залетаем, смотрим. Ну и я заканчиваю, ставим... я уже про это сказал. Короче, всем пока.